вот я и пересек почти все Челозеро. Отчалил со своей стоянки в 11, сейчас почти 3 часа. Но о том, как я греб против сильного ветра и волн, я снимать не стал. Да что с толку снимать, там брызги в лицо, а в микрофонах был бы один рев ветра. Ну так, более-менее, со скоростью где-то километр в час я вот сюда догреб. Сейчас буду восстанавливать силы, то есть обедать. Это вот стояночка около Винчи с левой стороны. Ну а потом, надеюсь, что ветер будет стихать, хочу выйти из Винчи водохранилище и где-нибудь там на острове остановиться. А сейчас вот нужно найти местечко потише, чтобы печку поставить. Ну и заодно поснимать тут что-нибудь. Аквариум. О, самоотлив работает. Правда, сапоги все равно налево. Так, а здесь какое-то место. Домик какого-то лешего построили уже. Каменя здесь не было. Так. Да, уходят постепенно. Надо встать вон там, вон. И вылить лишнюю воду из сапог. Да. В прошлый раз я проходил этот порог гораздо в более сухом состоянии. Но тогда было воды больше. Больше воды, то вот эти вот самые валы, они были как-то не так заметны. Все пролетало так поверху. Так, ну вот, вода почти ушла. Хотя до берега я еще не успел добраться.
А тут я в прошлый раз смотрю, байдарочники прошли и все сюда повылазили, всякие коврики разложили, все тут развесили. Думаю, с чего это они так вдруг? Оказывается, вдруг вот такой вот он. Все из-за того, что воды оказалось так вот маловато. Ну вот и все. Воды больше в байдарке нету. Осталось только вылить из сапог. Или сапогов. Опа. Хлюп, хлюп, хлюп. Так, ничего мне не смыло. Вещи на месте. Опа. Ой, какое все холодное. Берримор, а что это хлюпает у меня в ботинке? Овсянка, сэр. Овсянка, сэр. Чистейшая, натуральная, винчевская, винчевая. А! Ой. Вот такие вот они, пороги винчи. Мокрые, мокрые. Можно, конечно, здесь было тормознуться. А что, тихая стояночка. Так, в этом доме хозяев нету. Может, действительно. А завтра уже там отмахаю против ветра. А то ведь весь мокрый же. Же весь. Хотя не только же, но и все мокрое. Сейчас посмотрю. Стоит ли здесь останавливаться? Потому что дальше куда идти? Дальше там? На ближайших 3 километров ничего не предвидится. О! Правому сапогу больше повезло. Даже почти сухой. Ладно, посмотрю, что здесь деется. Все равно же где-то сушиться надо. Так, ага, там стоянки нету. Стоянка на все здесь. А здесь, видать, дорога. Да, здесь дорога подходит, которая идет оттуда. Значит, становиться пришлось бы чуть ли не на дороге. Там мне интересно, здесь внизу, либо здесь. Ой, что-то не хочется. Пойду-ка я дальше. По дороге просохну слегка и, надеюсь, найдется местечко. Да, как-то здесь хорошо, конечно, солнышко, тихо, но как-то все. Ой, я же носок-то забыл. Так, после такого промокания, во избежание простужения, нужно принять средства для профилактики. Фу. Ой.
Ой, кислятина. Ой, сахар вроде растворился. Крепко получилось. Еще что ли немножко? Нет, она еще не готова. Но градус есть, это главное. Так. Простуда предотвращена, будем надеяться. Пойду дальше. За базу МЧС туда, на мыс, либо на той стоянке, где меня ребята обедом кормили. Если там никого нету сейчас. Там и ревет ветряга. Я еле-еле догреб вот эти вот 500 метров от мыса этого МЧС. Вот на следующий мыс. Ну, зато здесь тихо, солнышко. Сейчас буду останавливаться. И сушиться. Уже и август наступил, как писал один известный поэт. Белые ночи заканчиваются, теперь по ночам хоть ненадолго, но становится уже темно. Да и днем тоже становится все больше пасмурно. Сейчас вот все небо толстым слоем облаков затянуто. А я тут еще вчера с островом промахнулся. Шел на тот остров, куда меня эвакуировали из-за ветра. Ну, там стоянка такая, защищенная от ветра. А вчера ветер был как раз встречный. Но промахнулся. Когда я там ночевал, забыл метку поставить на GPS. Вот пролетел мимо него. А когда разобрался, то возвращаться на километр обратно уже... Ну, как-то не хочется. Вот встал здесь. Тоже такой закуток. Ну, не закуток, как этот остров защищает от ветра. Ветер с той стороны. Ну, все равно задувает немножко. А теперь придется идти по этой протоке Тюлья, опять же, против ветра. Вот такая погода. Ветер либо восточный, боковой, либо встречный. Третьего, как говорится, не дано. Сергей, куда мы идем?
Вот вечер 1 августа наступил. Сначала я хотел назвать это день невезения. Думаю, теперь нужно переименовать в день рекорда. Ну, вообще-то сначала на том островке, где я коротал прошлую ночь, с утра как-то все не задалось. Что-то все вещи из рук падали. Прожег у жилетки дыру совершенно дурацким образом. В общем, все так вот как-то получалось. А когда отчалил, уже обнаружилось, что забыл спиннинг на берегу. Потом, будучи в полной уверенности, что иду в протоку Тюлля, зарулил в какую-то слепую губу. И только через полчаса догадался посмотреть навигатор и убедиться, что не туда иду. Вот, потерял еще час. Конечной целью было дойти до островка, который в устье Кичанки. Ну, я думал, ну там, где раньше были такие качели из цепи сделанные. Думал, там вот половлю окуньков тут прямо с острова, как в прошлый раз. Потом схожу на следующий день, поснимаю водопад, может быть, дрон подниму, с него поснимаю. Ну, когда догреб, в конце концов, до этого острова, во-первых, оказалось, что там стоят те самые ребята на парусном катамаране, которых я видел на озере Бабье, и которые были на Куксе. Ну, частично туда приходили. И вот третий раз я их встречаю. Но они меня, конечно, пригласили на обед, за что им большое спасибо. А пока я посмотрел вокруг, где я ловил окуньков, а воды-то нету, сплошные кореги, какие-то пеньки торчат. Потом сходил, посмотрел Куксу, Кичанку, там тоже воды как-то не густо, водопад вообще, что говорить. И тогда понял, что делать там больше нечего. Ночевать там нет смысла. И решил было дойти до той стоянки напротив Лобской Запани, где я стоял как-то. Ну а когда туда дошел, кстати, сегодня же суббота, банный день, прямо на бережку там в Лобской Запани стоят эти баньки, оттуда мужички выскакивают, в воду болтыхаются, красота. Ну, а я как-то так разошелся, прошел ту стоянку, свернул вот в озеро Пажма. Тут вообще какие-то острова такие дикие, безлюдные, необустроенные. И вот с трудом нашел стоянку, такую цивильную, нормальную, бывалую. Скорее всего, не туристы бывают, а рыбаки. Вот здесь и стою. То есть я, по сути дела, двойную норму отмахал, и поэтому у меня есть желание, если погода позволит, на этом месте устроить дневку. Вот сейчас вот ужин доварю, может, что-нибудь попытаюсь половить. Сколько времени? Ой, а что у меня, 5 часов? 9 часов. Вот такой сегодня выдался день.